Книга Откровения, глава 10. «И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головою его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев, и когда он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими. И когда 7 громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне: «Скрой, что говорили 7 громов, и не пиши сего». И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит 7-й ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал: «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». И я пошел к ангелу и сказал ему: «Дай мне книжку». Он сказал мне: «Возьми и съешь ее. Она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед». И взял я книгу из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладкой, как мед. Когда же съел ее, то горько стало во чреве моем. И сказал он мне: «Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих».